Посольство Ирана в Азербайджане распространило заявление в связи с учениями вооруженных сил Исламской Республики на границе с Азербайджаном. В заявлении говорится, что данные учения не являются внеочередными и имеют периодический характер. Маневры и учения вооруженных сил Исламской Республики Иран в северо-западном регионе, недавно начавшиеся на границе с Арменией, проводятся в соответствии с годовым планом мероприятий и периодических учений вооруженных сил Исламской Республики Иран. Также, принимая во внимание дружеские и братские отношения с Азербайджанской Республикой, перед началом учений азербайджанской стороне была вручена официальная нота, отмечается в документе. В посольстве также напомнили, что военные руководители Азербайджана и Ирана провели обсуждение в связи с военными учениями, проводимыми на границе с Азербайджаном. Помимо этой ноты, в телефонном разговоре начальника штаба вооруженных сил Исламской Республики Иран генерал-лейтенанта Багери с министром обороны Азербайджанской Республики генерал-полковником Закиром Гасановым прозвучали некоторые предложения в плане сотрудничества в проведении учений, и они осуществляются в рамках начавшихся учений. Отношения между Исламской Республикой Иран и Азербайджанской Республикой, которые являются дружественными и братскими странами, всегда были объектом широкой вражеской пропаганды, но бдительность лидеров двух стран помешала врагам достичь поставленных целей, подчеркнули в посольстве.